Проклятый дождь. Как же он меня бесит. Какого черта мы торчим здесь в такой собачий холод? Да-да-да, я знаю почему. Босс думает, что мы прозевали одного из вампиров. Всего одного. Подумаешь? Эй, не забудь. Это же особый вампир. Говорят, он убил немало наших. Сначала в музее, потом в клубе. О да, я не думаю, что это был один и тот же. И что он вообще был один, если уж на то пошло. Хорошо, если бы этот парень появился побыстрее. Я прострелю ему башку, и мы спокойно сможем вернуться внутрь. Так, я пойду осмотрюсь. Может, хоть так немного согреюсь. Увидимся! Черт, почему эта штука не работает? Ты проверил движок? Думаешь, я совсем тупой, да? Я проверил движок, катушки и батарею, и компенсатор, и управление, и проводку. В общем, я почти полностью разобрал и собрал эту штуку. Лишних деталей не осталось? Очень смешно. Толку от тебя ноль. Не понимаю, зачем вообще ставить здесь эти штуки? Мы же разгромили базу вампиров. Они же нам больше не угроза, верно? Ты же знаешь босса, если что-нибудь взбредет в голову, это нужно выполнять. Был разработан план, и он будет исполнен. Конечно, иногда она совсем уже придирается, но не забывай, один раз это спасло мне задницу. Лучше постоянно перестраховываться, чем один раз не рассчитать. Ладно, ладно, можем попробовать еще кое-что. Но понадобится время, и придется внести изменения в программу. Тогда приступай. Больше мы, кажется, нигде не нужны. Благодаря нашим криогенным камерам в будущем можно будет легко добираться до планет, отстоящих от нас на несколько световых лет. В обычных условиях вы бы умерли от старости за время полета, но благодаря технологиям криогеник вы прибудете на место в том же виде, в каком отправлялись в путешествие. Галактика ждет!
Сегодня процесс заморозки может казаться дорогим и сложным, но следует помнить, что за последние 10 цены уменьшились более чем наполовину. Научные достижения и растущее одобрение общества – гарантия того, что всего через считанные годы каждая семья сможет позволить себе это простое средство продления жизни. Благодаря нашим криогенным камерам в будущем можно будет легко добираться до планет, отстоящих от нас на несколько световых лет. В обычных условиях вы бы умерли от старости за время. Добро пожаловать в Криогеник! Спасибо, что выбрали нас! Благодаря высококачественному и совершенно законному методу мягкой заморозки вы можете пережить болезни, считающиеся неизлечимыми, и дождаться изобретения лекарства, не испытывая боли и страданий. Наш научно подтвержденный метод восстановления гарантирует вашему телу полную работоспособность всего через несколько часов после разморозки. Возникли вопросы? Обратитесь к представителю службы поддержки. Войдя, здесь было тихо. Слишком тихо. Сигнал шел откуда-то снизу. Нужно было найти лифт, ведущий на нижний этаж. В общем, я почти полностью разобрал и собрал эту штуку. Лишних деталей не осталось? Очень смешно. Толку от тебя ноль. Не понимаю, зачем вообще ставить здесь эти штуки? Мы же разгромили базу. Войдя в вестибюль криогеник, я почувствовал, как холодок пробежал по спине. Здесь было тихо. Слишком тихо. Сигнал шел откуда-то снизу. Нужно было найти лифт, ведущий на нижний этаж. Благодаря нашим криогенным камерам в будущем можно будет легко добираться до планет, отстоящих от нас на несколько световых лет. В обычных условиях вы бы умерли от старости за время полета. Но благодаря технологиям криогеник вы прибудете на место в том же виде, в каком отправлялись в путешествие. Галактика... В мире будущего вам не придется терять ни секунды своей жизни. Ложась спать, вы будете укладываться в криогенные капсулы и просыпаться на следующее утро отдохнувшими, но ни на минуту не постаревшими. Полностью автоматизированные машины доставят вас до места назначения, а краткосрочная заморозка гарантирует, что... Задумывались ли вы, как мир будет выглядеть завтра? Криогеник приступила к решению этой проблемы и заказала сотням футурологов проектирование городов будущего. Благодаря услугам Криогеник время больше не имеет значения. Вы можете легко... Сегодня процесс заморозки может казаться дорогим и сложным, но следует помнить, что за последние 10 лет цены уменьшились более чем наполовину. Научные достижения и растущее одобрение общества – гарантия того, что всего через считанные годы каждая семья сможет позволить себе это простое средство продления жизни. Добро пожаловать в Криогеник! Спасибо, что выбрали нас! Благодаря высококачественному и совершенно... Задумывались ли вы, как мир... Благодаря патентованным технологиям. Благодаря нашим криогенным камерам в будущем можно будет легко добираться до планет, отстоящих от нас на несколько световых лет. В обычных условиях вы бы умерли от старости за время полета, но благодаря технологиям криогеник...
Добро пожаловать в Криогеник. Спасибо, что выбрали нас. Благодаря высококачественному... Пошли, пошли! Занять вестибюль и отключить лифт! Лифт отключен, сэр. Принято. Найдите его и принесите мне его голову. Чего-то подобного я и ожидал. Чего-то подобного я и ожидал. В противном случае все было бы подозрительно просто. Ваше тело хранится в наших лабораториях и полностью защищено от внешних воздействий. Не бойтесь, смотрите в будущее с надеждой. Задумывались ли вы, как мир будет выглядеть завтра? Криогеник приступила к решению этой проблемы и заказала сотням футурологов проектирование городов будущего. Благодаря услугам Криогеник время больше не имеет значения. Вы можете легко встретиться с собственными правнуками, переждать смертельные болезни. Не нравится сегодняшний мир? Добро пожаловать в будущее! Сегодня процесс заморозки может казаться дорогим и сложным, но следует помнить, что за последний... Всего через щит.
В мире будущего вам придется стоять не секунду своей жизни. Ложась спать, вы будете укладываться в криогенные капсулы и просыпаться на следующий отдохнувшими, но ни на минуту не постаревшими. Полностью автоматизированные машины доставят вас до места назначения, а краткосрочная заморозка гарантирует, что вы не потеряете время. Боитесь, что жизнь подошла к концу? Погрузитесь в заморозку, пока медицина не предложит альтернативу. Вижу вампира! Благодаря нашим криогенным камерам в будущем можно будет легко добираться до планет, ожидающих от нас на несколько непритомневшими. Добро пожаловать в Криогеник. Спасибо, что выбрали нас. Благодаря высококачественному совершенно закону на минуту не...
есть. Задумывались ли вы, как мир будет выглядеть завтра? Криогеник? Благодарю. Добро пожаловать в Криогеник. Время больше не имеет значения. Вы можете легко встретиться с собственными правнуками. Лифт снова был включен. Нужно было побыстрее добраться до него, чтобы спасти Розу и остальных. Задумывались ли вы, как мир будет выглядеть завтра? Я заказала сотням футурологов проектирование городов будущего. Благодаря услугам Криогеник. Только бы Роза и другие были живы. Спускайся, Эрик.
Спускайся. Другие очень близко. В холле я заметил компьютер. Может быть, удастся найти что-нибудь. Срочное сообщение. Полицейские доложили, что всего несколько минут назад они пытались задержать виновников вчерашних атак. Террористы оказали сопротивление, и все были убиты в последовавшей перестрелке. По информации из полиции, были найдены заявления о взятии на себя ответственности за атаки, а также видеозаписи и прочие улики. Подробности о преступниках пока не раскрываются, но на завтра назначена пресс-конференция. Мы будем держать вас в курсе. Это был Ян Швейцер, всегда в гуще событий на РФ Радио. Хотя в компьютерах я разбирался хуже Розы, мне удалось кое-что разузнать. В дальних помещениях было несколько лабораторий. Я боялся, что именно туда и доставили Розу и остальных. Пришлите подмогу! У нас кровь! В мире будущего вам не что придется терять ни секунды своей жизни. Ложась спать, вы будете укладываться в криогенные капсулы и просыпаться на следующее утро отдохнувшими, но ни на минуту не постаревшими. Машины доставят вас до места назначения. А краткосрочная заморозка гарантирует, что вы не потеряете время. Боитесь, что жизнь подошла к концу? Погрузитесь в заморозку, пока медицина не придумает альтернативу.
Сегодня процесс внимание! Заморозки может... Черт, что это было? Добро пожаловать в Криогеник. Спасибо, что выбрали нас. Благодаря высококачественному и совершенно законному методу мягкой заморозки вы можете пережить болезни, считающиеся неизлечимыми, и дождаться изобретения лекарства, не испытывая боли и страданий. Наш научно подтвержденный метод восстановления гарантирует вашему телу полную работоспособность.
Полиция только что сообщила, что ей удалось определить личности людей, предположительно причастных к атакам, совершенным прошлой ночью. Представитель полиции сообщил, что в настоящее время проводятся аресты злоумышленников. Это был Ян Швейцер, всегда в гуще событий на РФ Радио.
Благодаря нашим креагенам.